система интенсивных садов. Вот здесь можно увидеть, что это было. Организовано еще в 56 году, запущено, говорится, нашими прадедами. Вот с отключением Северо-Крымского канала. Здесь 9 сортов. Почему обратили? Здесь есть ранее. Грунт позволяет. Да, позволяет. 800 до 1000 мм. У нас выпадает максимум 380. Вот основных, вот вы видели, были внутри стадии опылители. Должно быть слаще, чем в Италии, потому что у нас дождей меньше. Ну, вы знаете, вот двухъярусных комбайнов. Но здесь плотность другая, конечно. Это все делали, наверное, чтобы руками выбирать. Сегодня да, уже точно мы можем сказать с уверенностью, они себя хорошо зарекомендовали. И качество урожая, и... Ну, тогда были программы при Украине, при возмещении, по сады мы еще как-то получали возмещение. Я считаю, что мы тоже довольны. Загар, потому что такая температура бывает, что... Яблоко, специальная мерная мерка, да, где у нас здесь получается высший сорт яблока, первый сорт яблока и второй сорт яблока. Обратите внимание, ну, все-таки на налогообложение с НДСом. На данный момент у нас работает 10 человек официально.